Warp drive active. Всем ку, дорогие друзья, мы продолжаем прохождение Callisto Protocol. Выкинуло нас наружу спутника Юпитера. Все-таки капитан оказался жив, как я и предполагал. Проклятый Феррис, как он до сих пор не сдох. Вот-вот. И где-то нашего братика тоже откинуло хер знает куда. Элис! Ты где? Нужно его найти. Да, визуал, конечно, в игре... визуал, конечно, бомба. Понятно, почему пердаки ПК Бояр разрывались на релизе. Это вытягивало далеко не каждая машина. Хотя и на плойке 5 тоже проблемы с просадками какие-то бывают. Но вполне себе нормально все. Так, у меня есть пистоль еще. Но оружие чертовски неудобно, конечно, свитчить. Да. Вот о том и речь. ХПХ у нас на голове вроде как подросла за счет скафандра, походу. Погуглить вообще, какие условия на Каллисто. Мне кажется, что тут скафандр должен быть чертовски хорош, чтобы выдерживать такую атмосферу. Вижу, что-то вдали светится, но... Может, это рыбоудильщик? Нас на удочку посадит. Или как в песне Мумитроля на крючок. Я узнаю, в сторону башни идти тогда, что? О! Привет! Ну, по идее, сюда, правильно, по палкам светящимся. Можно было бы завить на нее хер, просто сюда спрыгнуть, вряд ли он бы так бездел. Хотя, Джейкоб, скафандр разряжается, помоги. Ну я пытаюсь. Элис, ты меня слышишь? Включи аварийный маячок. Я иду, ну конечно иду. Кое-как. Маячок! Алло, вижу. Так, тут аккуратно. Мне кажется, процентов 20 игры — это протискивание через узкие проходы и по вентиляции проходы тоже. Прочистка проходов вентиляционных. Элис! 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 Так, в принципе, зачем он больше? Или это не он? О, черт, черт. Давай же, мне, братан, нужен, ты сможешь. Здесь недалеко. Не очень далеко, давай же. Нет, 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 нет. Мы должны идти, мы должны, давай же. Нет, братан, мне конец. Спасибо. Благодаря тебе. Я выбрался. Да куда она? Тут свет, что ли? Ну и я, в принципе, тоже. Я думал, будет какой-то твист под концовку, когда он нас наебет. Встретимся в другой жизни, друг. Азиатка, значит, была не права. Она, сука.
Вот и она. Говорила тебе не доверять. Как ты нас нашла? Аварийный маячок. Тебе повезло, что я его засекла. А она говорила про него? Не для своей цели. Он знал черную жесть, как свои пять пальцев. Что ты делаешь, Эй? Ему это не пригодится. Теперь тюрьму знаю и я. Брата. Эй, постой, постой. Куда ты, собрался? Я пилот, я тебе нужен. Ангар там, можешь начинать топать. Кто она такая вообще? Что она тут делает? После падения с ней на корабле началась эта вся шляпа. Мне так жаль, Элис. А полутать его можно? Нет, топать нельзя. Надо добраться до ангара. Спасибо. Смотри, как снег классно сделан. О, кайф просто как. Ну сейчас же начнется, правильно? Нужно выбраться из этой бури. Согласен. Dead Space 3 пошел прям. Заснеженные локации. Кстати, как бы не хейтили третью часть, мне она в принципе очень понравилась. Как и концовка трилогии. Ну, конечно, микротранзакций там куча была, но я их не использовал. Нормально было все. Что я могу продать? Я ни хрена не могу продать. У меня 8 дробаша, 1 инъектор и грейдить я ничего не могу. В принципе, можно было бы на всякий случай, давай сделаем для дробаша патронов. Хотя бы одну пачечку. Мне на 1200, чтобы устойчивость намутить. Да, тут походу ни хрена не прокачаешь до конца игры. Я не знаю, сколько нам еще осталось. Мне кажется, еще половины даже нету. А я только дробаш... на количество патронов прокачал, правильно? Да, все, дальше просто не могу. Хотя я особо ничего, кроме патронов, не крафтил. И нычки вроде много какие находил. Ну, хз. К крафту есть вопросы здесь. Ну, дробаш, конечно, количество патронов это полюбасу надо, потому что 2 это, конечно, очень мало. Так них ни хрена не падает, зачем их трогать, правильно? Не надо жевать. Хорошо. Так они уже мутировавшие? О, видишь как, а? Вот как знал. Уже близко. Тихо. Нет, короче. Ну, перезарядка, конечно же, у меня. Даже вылетело с головы, что я хотел сказать. Короче, что-то короче.
несет нихерово. Нет, ни сюда, ни черта не видно. Так, очень опасный мост. Стрелочка туда направо, да? Окей. Только... А, все. Подожди, не сюда, ну как не сюда, сюда же. По краю? Легко и просто, я бы не сказал. Ну, естественно, все начинает рушиться, как только я зайду сюда. Давай, давай. Да иди ты, потом подышишь. Но не ожидал. Все? Сволочь, а. Какие-то бочки наложены. Босс-файт, что ли? Ну, 16 у меня патронов для дробаша есть, но... Вопрос, поможет ли это нам? Эй, ты там! Ну? Ну-ка, поищи, можно скрыть эту дверь. Какую? Эти туннели ведут к гаражу снегоходов, я сумею нас туда протащить. Где? Где, слышишь, бегает? Как-то не очень мне получилось это сделать, как я хотел. Где? Вижу! А, это уже труп ко мне прилетел.
А что ж такое мыло-то началось? Я не понимаю, что за хуйня? Да, приходится с рестримом на плойке бороться кардинальными методами. Я ему не помог? А можно было успеть это сделать? Тихо. Вот мразь, а! Так, главное, чтобы друг твой не пришел. Да дай пройти ты. Только не сзади. Давай вколем, успеем? Да по идее все, музыка страшная прошла. Я так и не понял, можно было его как-то спасти, или это было все заскриптовано? Помоги мне с дверью. Какая нахуй дверь? Где? Что? По идее было заскриптовано, его никак не спасти. Ричард Ситц. Очередь в щели был построен в рамках прерванной программы терраформирования. Доступ к станочной площадке. Служебный туннель соединяется с КП, доступ к ним сохранился. Окей. Это он, получается, мутировал? Или не он? Хер его знает. Там еще свет есть, но мне кажется, что эта арена еще для чего-то. Один разок, потом дубиной его размять. И вот так вот. Тварь. Очередные злоебучие тоннели. Химикатами. This way, как говорится. Звуки очень нехорошие. Мягко говоря. Что don't make sound? Слепые, может, черти сейчас какие-то появятся? Тихо. Да. А сюда что? А сюда ничего. Нехорошее местечко.
что-то новенькое, да? Ага. Подхил. Очередные 20% игры. Что это за хуйня? А это взрывной ублюдок, наверное. Со взрывными ублюдками можно, в принципе, и пистолет поюзать. Я думаю, что одного шута хватит. Хотя, может быть, там твари будут посерьезнее, что пистолет как бы, да. Тут переключаться вообще проблема очень. Так что надо заранее выбирать. Так, оттуда тут хер выполз. Еще путь вниз есть. Мне кажется, вниз, а там будет нычка какая-то. А тут вообще нихера. Даже за любопытство не вознаградили. Ячейка энергетическая какую-нибудь хотя бы. Галимый. Вот видишь, только дробовик убрал. Сразу же жирный вылез, а. С ними, кстати, проще справляться стало, потому что... Раньше, когда у них щупальца не вылазили, они не мутировали, их сложнее было намного убить. 5 патронов. Лево, право, куда? Хер его знает. Кто? Понял, кто. Блять, эти коридоры... Есть что-то? Нету нихера. Будем считать, что нам в эту сторону. Как было написано, this way. Осторожно, ступеньки. Спасибо. Ящик вижу. Угу. 4 пистолета, может, я пожалею. Давай переключим все-таки на дробаш. Потому что в бою это делать очень проблемно. Ну и вылез как раз ублюдок этот ваншотный. Блять, с него еще писюки вылазят. Или это не с него? Стрелка налево. Как избежать этих писюков? Я вообще не понимаю. Топтать их тоже вроде не получается. Так, очередные 20% геймплея. Пробираемся через дырочки. Нам дадут скрытую атаку сделать, да неужели? Может, надо было эту бочку взять с собой, стазис?
Давай пистолет пока повязаем. Дробовика сейчас два патрона просто мы проебали. Ну как проебали? Мы не проебали, но можно было пистолетом обойтись, поэкономить дробовик. Не сюда. Звук нехороший. По идее нет, просто энергоячейка здесь. А куда тогда? А сюда еще есть путь. И туда есть путь. Ёпа-мать, пошли сюда. Блять, ну задоджил же, слушай. Охранники жесткие. Жесткие. А сюда ли мне? Хрен его знает. Здесь аптека. Ладно, спасибо. Но мне походу все-таки туда. На арену. Типа. Ну пошли на арену. Что делать? Да-да-да, просыпаются. Тихо-тихо-тихо. Братик, ну не успел я тебя. Не, успел. Давай все-таки мы пока с пистолетом побегаем. Здесь пистолета бы хватило, я думаю. Или тут просто сундучара? Да, мы походу все нычки обследовали. А я думаю, что бежать нельзя было, потому что слизь на полу, тут бегать нельзя было. Так, подожди, ну если не сюда, и ни направо, ни налево, значит обратно нам надо. И сюда было подниматься опционально. Твою мать, а. Хотя написано this way. Отметок больше нету. Тут завален. Сюда залезем? Нет. Можно, кстати, было прибить кого-то, но заметить их тоже проблематично. Эти стены с пиками. Может, тут я что-то упустил? Конечно, лестницу. Стоп. Вижу.
обязательно такую громкую герметизацию делать? Чтобы напряжение держать, конечно. Бля! Помощь, да? Сволочь ты, помощь тебе. Но выхода у меня нет. Ну так что, я не могу, пока не разберусь, да? Блять, все равно плюнул. Тварь, а. Ну не попал я по щупальцу, ну что ж ты будешь делать? За дубиной попал. Слушай, ну блядь. Вроде в остальных частях все было нормально, а в этой части почему-то очень большие... Проблемы с передачей картинки на комп с консоли. Я вот этого не понимаю. Я сегодня же позвоню в Токио, блядь. Извиняюсь, ребята, за просадки качества. Я в следующей серии постараюсь пофиксить и понять, в чем проблема. Потому что, опять же, играю я на консоли и рестримлю все на ПК, чтобы ОБСом все это захватывало. Блядь! Ой, там братик. Еще. Только не плюй. Твою мать, а. Зато увидели анимацию смерти замечательную. Меня же на курок дернул палец. Где еще? Да я его ебашу, блять, он все равно бежит на меня. Тварь, а! До этого я хочу затоптать. Успею. Вроде ж стреляю, он все равно не останавливается. Еще раз. Инвентарь, кстати, больше стал. Видимо, из-за костюма. Там снизу пики точеные есть. Можно было бы их юзать как-то. Увидеть бы только кого-нибудь. Можно было бы не тратить, но я... Вырвался? Все, отдыхайте, ребята. Неплохо, теперь, наверное, дверь заклинила. Сейчас иду. Другие твари, может, уже бежать сюда. Я понял, понял, понял. Все. Только подожди, дай хилку возьму. Спасибо.
Не ожидал тебя снова увидеть. Да с чего бы это? Потому что бросила меня на верную смерть. А ты пытался меня убить на своем корабле, думаю, теперь мы... Так ты, блядь, вломилась на мой корабль. Слушай, ты, может, не заметил, но вообще-то... Чё-то там да. Слушай, не обязательно друг друга любить, но я даже был прав. В одиночку шансов у нас нет. Но вместе мы должны суметь выбраться живыми. Ладно. Если починю этот снегоход, то довезу вас до ангара. Ты должен открыть главные ворота. Панель управления должна быть там. Я не могу тебе доверять. Вот, возьми, пригодится. Эти твари здесь повсюду. Ну, типа, знак доверия. Кстати, а Джейк? Я знаю. Быстрое переключение оружия. Нажимай кнопку влево, чтобы быстро переключиться между использованием оружием и цифровым выбором инвентаря. А влево это быстро. Так а что она мне дала? Типа дробаш другой какой-то? Может надо было мне его градить, а не тот? Ну, посмотрим. Ой, блин, душная, конечно, серия с этим Каллисто и с этими туннелями. Плюс постоянные какие-то непонятные скачки качества. Ладно, друзья, увидимся в следующей серии. Всем спасибо. Постараюсь в следующий раз пофиксить эту проблему, чтобы не было. Хотя, может быть, кому-то и незаметно, но мне было заметно, что какие-то качели есть. Всех люблю, обнимаю, подписывайтесь на канал, чекайте описание. До новой встречи. Пока. Как меня заебало это, блядь, Remote Play, нахуй, PlayStation. Это просто пиздец какой-то. Сука, блядь, 100 мегабит интернет. Все заебись. Консоль к Апалану подключена, блядь, к роутеру. Комп к роутеру. Все выключено. Нигде ничего не подсасывает скорость. Оно, блядь, все равно пишет ошибки. Блядь, сети, нахуй, скидывает качество, блядь, в 500p или сколько, в 300p, в 200p, в 5p. Заебало меня это, блядь, говно. А, ебал я в рот, это Sony, нахуй.